Зажигательные кавказские танцы и ритмичная музыка на сцене Дворца культуры железнодорожников имени Пушкина. Отчетный концерт «Очаг мой Дагестан» приурочен к году культурного наследия народов России. Воспитанники школы кавказских танцев показали зрителям, каких успехов достигли в хореографическом искусстве. Концерт был организован при поддержке администрации Самары и получил статус межнационального. Под нашу школу танца посещают не только представители народов Дагестана, а также посещают нашу школу и представители других народов, живущих на благодатной самарской земле. И русские, и татары, и армяне, и башкиры, и другие много-много национальностей, которые проживают в Самарской области. И это нас очень радует. Мы пытаемся, чтобы наша молодежь, наши дети, посещая такие школы, изучали культуру, культуру разных народов и обогащались друг другом. Главной задачей концерта стало укрепление межнационального взаимодействия, объединение ценителей культуры народов Дагестана и приобщение к этой культуре многонациональной Самары. Оно объединяет культуру народов, проживающих в нашем городе. Сегодняшнее мероприятие с его зажигательными танцами призвано консолидировать народы многонациональной Самары, показать, что мы все вместе живем в одном городе, решаем те задачи, которые ставит перед нами время. Художественный руководитель и основатель школы кавказских танцев Саид Магомедов рассказывает, что хореографией увлекся еще в 10 лет. На родине он выступал в государственном ансамбле «Дагестан», после осуществил свою мечту и перешел в академический ансамбль «Лезгинка», а затем решил заняться преподавательской деятельностью. Хореограф подготовил необычный номер, который позволил переместиться зрителям на репетиционную площадку. Номер – репетиция. То есть как у нас зритель наглядно может увидеть, посмотреть, как проходят наши репетиции, в каком темпе они проходят, как это все там соблюдается, линии, все, интервалы и так далее. На сцене также выступили и другие творческие коллективы. Казахский ансамбль танца «Мереке», армянский хореографический ансамбль «Наири», таджикский инструментальный ансамбль «Карнай-Сурнай», башкирский народный ансамбль танца «Лейсан», татарский народный ансамбль песни, танцы и поэзии «Ялкунлы-Яшлек», ансамбль корейских национальных инструментов «Юльё» и белорусский хореографический ансамбль «Ровесник». Максим Магомедов, Григорий Плешаков, «События».